Василий Небензя назначен на должность постоянного представителя России при ООН. Соответствующий указ 27 июля был опубликован на сайте Кремля. Президент подписал указ о постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, говорится в документе. Также отмечается, что другим указом главы государства Небензя освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России.